Стоит на полке книга и пылится, а в ней герои ждут своего часа. Давайте познакомимся поближе, попробуем понять, в чем суть рассказа. Есть женщина прекрасная в той книге, и звать ее так просто Соня. Она на внешность вроде некрасива, да и вообще какая-то тихоня. Она умеет хорошо готовить, чужих детишек любит, не обидит, но этого, увы, никто не ценит, и доброты ее никто не видит. Ее считают глупой и ущербной, глумятся над ее умением готовить, но нравственно она намного лучше всех тех, кто ей все эти козни строит. Другая же красавица, не больше, всегда окружена друзьями, и имя у нее такое громкое, хотя, по сути, она не ада, а исчадие. И голос у нее змеиное шипение, и мысли словно туча мрачные. И как могла прийти ей в голову идея над самым светлым чувством в жизни посмеяться? И что же в итоге? Каждому по вере. Одна погибнет ради жизни ближнего, другой же голубок и память вечная о том, благодаря кому когда-то выжила.